для того, чтобы заключить с вами сделку, или как вы это называете, провести giveaway. Условия до банальности просты. Вы должны быть подписанными на канал The Light Show и House Light, а также открыть фиды на вашем канале. Написать комментарии о том, как вы восхищаетесь мной. Да, я скромняшка. Ну и само собой разумеющееся, лайк. Призовых места 3, а значит и победителей тоже будет 3. Смертный, занявший 3-е место, получит футболку My Little Pony с изображением Rainbow Dash. Занявший 2-е место, получит футболку FNAF. Ну а победитель, я думаю, это буду опять я. Да ладно, я не люблю футболки. Победитель станет обладателем футболки Gravity Falls. Если вы решились на сделку со мной, то я напоминаю вам, что все пункты этой сделки должны быть соблюдены. Проверять буду лично я. Ну что, по рукам? Новая эра. Финал. Необузданный ночной кошмар. Нападай, я буду... И что же ты будешь делать? Будешь покусан этим печальным пирожком? О, неудачник, ты потерял свою прыть. Ты уже не такой мощный, как тогда, да? Ну эй, теперь я здесь. Одно очко для Билла Всемогущего. Дополнительное очко от спасения неудачника плюс штрафа. Кексик сдается! Или как говорит моя сестра, получи! Ты? Как ты можешь быть здесь? Я же тогда убил тебя! Я четко видел, что ты умер в вентиляции! Ну, на самом деле, ты не закончил свою работу. Впрочем, как и всегда. Я выжил, а затем Марио послала меня сюда. В кошмарный мир, как она сказала. Действительно, какой кошмар помогать такому неудачнику, как ты! Заткнись! Я должен убить тебя снова, Билл! Ты бесполезный кусок дерьма! Я хочу, чтобы грузовик сбивал тебя снова и снова! Ты тварь! Чертовски раздражающая тварь! Послушай меня, приятель! Марио хочет, чтобы я с твоей помощью добрался до моей сестры, которая где-то здесь. Я не знаю точно, где она, но пока что ты от меня не отходишь. Поэтому веди себя лучше, или я буду бить по твоему лицу так ужасно, что ты не сможешь почувствовать его еще всю следующую неделю. Как в старые добрые времена, помнишь? Так что веди себя нормально, или я все это повторю снова. Хорошо? Кто же этого хочет? Мой нос был сломан тогда 2 раза, не говоря уже об остальных ушибах и ранах. Хороший мальчик. Помни, кто здесь хозяин, и даже не пытайся выкинуть какие-нибудь трюки. Трюки? О, пожалуйста, Билл, ты же знаешь, что я больше уже не буду даже пытаться сделать что-нибудь против тебя. Я не хочу получить кулаком в живот снова и снова, пока меня не вырвет. Но все это было в прошлом, я даже уже не в образе Спрингтрапа. Ха-ха-ха, я не собираюсь наблюдать за всем этим и позволять тебе рассматривать меня как кусок дерьма. Возможно, я сделаю с тобой то же, что и твоя сестра пытается сделать со мной. Получи месть! Я накормлю тобой кошмары твоей сестры! Не такой уж ты и больше и могучий, не так ли? Ты будешь убить своей собственной сестрой, как... Я? Их там было 2? Теперь мне крышка. Я не могу победить в одиночку. Итак, несовместные ли действия являются выходом? Что с тобой случилось, Карл? Говори, это Вин с тобой все это сделал? Нет, может ли это быть? Это конец, мини-Фредди. Перейди к остальным и доведи дело до конца. Там есть изменения. Мой брат тоже там. Брат, они промыли тебе мозги? Используют тебя против меня? Марио, ты дурачилась надо мной все это время? Этот купье заплатит за это в полной мере.